О, у нас омник против АД. Интересно. Не, ну, 6300 средний, додумались. На самом деле, омник здесь. Как бы, может быть довольно-таки хорошим даже. Даже на лайне, потому что, ну, зависит от того, кого они сейчас на харду доберут. Если у них земля соло-хард с роуминг баунти хантером, а так и есть. Так они все, у них пикается кэрри и саппорт. У них остался кэрри и саппорт. То есть, земля соло-хард, баунти хантер роуминг. То есть, в теории, если мы с омником не будем ошибаться, то я буду стоять на фрифарме. Это в теории. То есть, омник не будет загнобленный на лайне, я не буду загнобленный, потом он по игре будет давать рпл против... О, Дарксир. Даже так. Это что значит? Это два роуминга? Это роуминг земля, роуминг Баунти Хантер? А вот это уже хуже. Вот это уже хуже, гайс. Потому что... Ну, это уже хуже. Это уже проблема. У нас чел АФК или что? А, так мы проебали, получается. Лол. Нет, он не АФК. Он не рандомный. Ну, мне нет, я не люблю, когда у врагов три соло-лайнера и двое роаминг. Это всегда плохо. Причина в том, что союзники пока будут умирать от ганга. Никто, ну, это довольно-таки редко просто в пабах, и никто этому внимания не уделяет, что у челов 3 соло лайнера, то есть у них дестройер, я так понимаю, соло бот против Баланара. Нокер соломиты, ну вот, короче, хуёво. Они придут туда с землей Баунти Хантером на топ. Я убью с троем двоих. Что я сделаю с аппаратом, когда они трое будут здесь? Что мы сделаем? Что будет сложная игра? Однозначно сложная. Prostrate yourself. There are wraiths among you. Очень сложная игра. The battle begins. The coin of the comes now the king of wraiths. Wraiths, your king is here. А где он? Купил. Ясно. Игра будет очень сложная, потому что у нас по-любому один лайн обязан полностью быть проигран. У нас нет выбора, один лайн проигран говно. Минимум один. Ну так, да. Your top tower is under attack. How considerate. Don't get up. So what if I swagger? By my crown. Behold, my reach extends. Behold the ring. No.
поделать, дебилы в команде, как всегда. Бывает. Охуенно иметь одного крипа из четверых. Потому что долбоёб забирает ПБ, я не могу купить топорик. Захожу как-то я на свою помойку 6200 покатать на Эзи, и тут челик пикает ВК на ФП. Я думаю, что задаунить. Против него пикают всю контру, и он насасывает от НЧ. Оказалось, это даунич ЭТТ. Артас пидорас. Завари, ебало. Вирки Дженки! Блять, мне еще наушники сломали, что за хуйня? Что он делает, долбоеб ебучий? Бля, мне наушники сломались, сука, я не слышу левым ухом. А, блядь! Это ГГ, я не слышу левым ухом, я так играть не могу. Да все, мы проебали, я не слышу левым ухом, мне надо прямо сейчас покупать новые наушники идти. Сука! А чё мне сделать, блядь? Что не так? Да ГГ мы проебали от игры, я вам точно говорю. Меня забрали, как всегда, саппорты фраги. Я не слышу, всё, это конец. Я просто не слышу левым ухом. Чуть крипа из этого не проебал. Я так не могу играть, у меня когнитивный диссонанс, блядь, у меня хуёво. У меня начинаются серьезные проблемы с восприятием реальности, я вам точно говорю. Я прям хуёво сейчас. А все, мы проебали. И Бучи Омнинайт не рядом, когда он нужен. Ты что, долбоёб? Ладно, хоть так. Додумался. Да, мы вроде выиграли, надо подсобраться, но что ж мне так не везет? Первая игра на стриме, что-то... Инвокер бесил, теперь у меня ухо отключено и саппорты состилили фраги. У меня, кстати, ну, два фрага состили, третий там уже похуй. Я мог бы быть Митас уже на пятой минуте. Я пропустил крипа! Я тильтую очень сильно, парни, я буду пропускать снова крипов. Я мог бы быть Митас на пятой минуте, уже мог бы быть Митас. Уже. Мистер Плюсовый, этот донат проклятый, чтобы снять проклятие, нужно бывшей жене Рубсидика отсосать хуй в чаучат и напис... Я пропускаю крипов, у меня тильт. Сука, ебаный тильт. Я уже говорю по поводу того, что у меня мог быть Мидас на пятой минуте. Потому что ФБ плюс один фраг. Это буквально Мидас, ну, типа ФБ 400 золота и фраг еще 200.
Ну, грубо говоря, 500 золота точно там было бы. 500 минимум золота. То есть, смотрите, у меня не то, что давно было бы. Хороший крит вовремя, блядь. Your bottom tower is under attack. Моё изи, блядь. Go to. As you advise. At my word. Who dares look upon the race? На мать свою, Айрон Шелкин. Чудовище. Блять, как оно дамажит. Your middle tower is under attack. Вот моего крипона. Знаешь, что делает? Блядь, если бы он этого не делал, я бы успел этого крипа добить. Короче, блядь, вот аппарат это шок. Your middle tower is under attack. Ну алло, алло, мне ты что, тупой? Смог это скинуть? Ты скинешь или нет? Fear not heresy. Your middle tower is under attack. На самом деле, бытовой профи не на меня кидать РПЛ, когда два героя. Your middle tower has fallen. Wise counsel. Ну хуёво все чё. Могло бы обойти намного лучше, если бы... меня не состилили. I'm under attack. Submit to the Wraith King's rule. Your bottom tower is under attack. Ну, да, тоже на фуфле фарме. Это плохо. Your bottom tower is under attack. О, да, вылетело, это хорошо. Мне нужны новые наушники срочно. Почему мне вообще... Можно провода переподключить как-то получше. После игры, но не сейчас. Я же не знаю, сколько пауза будет длиться. Там пока в этих проводах разберешься, минуту можешь занять, или полторы, или даже две. Верки Дженки! Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified.
Почему вы не себе вышки? Нет, что такое делать, я умру, лол. По-моему, он не на этот заряд тут стоит. Он должен сейвить союзников, я так понимаю. Нас просто выносит третью вышку, мы ничего не делаем по этому поводу. Почему? Вопрос. Великие деньги! Здравствуйте, точка, вопрос к тебе, Вика, точка, какого это испытывать чувство к человеку, который каждый день открыто говорит, что он гей, засыпая в слезах. Завали ебало! Никто не дефает. Да... Плохо все. То есть у нас три вышки просто так, по панчику. Но я помочь никак не мог. Охуенно, короче. Мы внезапно проигрываем супер жестко. Потому что у нас три вышки вынесли по фан. Никто ничего по этому поводу не сделал. Я в ебаном шоке. У андроида Радик еще вообще не скоро, то есть мы не успеем. Они сейчас пойдут на топ выносить. Это очевидно. Заметьте, он не ушел, когда они сейчас пойдут на топ. То есть. Их next остановка это топ, это 100%, я это знаю. Но у меня нет выбора, мне надо фармить Бэдмейл. Не могу сюда убить пока. А Омника нету, где сейчас Омник? Почему Омник? Меня сейчас убьют на топе, я чувствую, их нету на карте. Я просил хелп, я много раз писал. Сегодня вообще ничего невозможно. Сегодня игры не идут. У меня не могу играть, у меня наушники отключились, у меня фраги забрали, у меня блэдмейла нет, потому что у меня фраги забрали, у меня все не идет. Я знал, что они придут, меня убьют, я это знал. Короче, сегодня все не идет, просто все не идет, максимально не идет. Еще играть, опять. Давай обновил мне АФК, я писал, что нужна помощь. Никто не пришел. Пришли, когда я уже мертвый был. Когда я убегал, я пытался убежать, но АФК не... Короче, все, эта игра закончена. Замечательно. У нас лондруида... Нету золота. Мы потеряли 5 выше. Вот и все. Если меня тут засейвили, то почему меня не засейвили? АФК пошел умер, когда он в тильте, потому что я в ебаном тильте опять, но у меня два фрага. Почему мне их не дали? У меня было бы Блэдмейл, я бы смог там подраться, но мне их два фрага не дали. Мне аппарат состилил ФБ, он мне состилил другой фраг. У меня наушники не работают, мне хуёво, у меня проблемы с восприятием реальности. У меня только одно ухо работает, я не могу так играть. Я только в правом ухе слышу игру. Это такой-то пиздец. То есть все не так, абсолютно все. Хоть что-то, что было так, не, сори. Все не так. Тупо все не так. Все, они снесли 6 вышек. Ты где? Был бы шанс, если бы меня послушали и была помощь, когда я написал help. Но этого не было. В таком случае, let the finish не говорится. Долбоёб на ум. Я писал help вот здесь.
нехуй было пиздить фраги, нехуй было так хуёво играть. Нехуй было не помогать, когда написал хелп. Я это знал, что меня тут убьют три топе. Максимально изи игра для врагов. Но боёбы конченые, тупые саппорт. Проебали их убрик. Нет, рыбалка. Эти деньги! Громяк от древнеукраинского громяк. Мужчина, предпочитающий жесткий однополый секс. Часто обозначает мужчину с разорванной прямой кишкой вследствие анального... Что вы несете, блядь? Я не могу понять вообще. На самом деле, вот Омни бы здесь пришел, дал хелп, не было ничего подобного. Мы бы могли еще поиграть, но... Сори, я в тильте, мне просто хотел умереть потом. Мне хуй быть дауном и не слушать, когда я пишу хелп. Я знал, что они придут и меня убьют, я это знал. Я это сказал еще за 30 секунд до того, как они пришли. Не было помощи, было ноль помощи. Блять, ебаные игры сегодня, вообще ничего не идет. Ну хорошо, хоть одну выиграл. Хуй с ним, так бы мог две проиграть на самом деле. Обе игры бесконечный тильт, играть невозможно. Эта игра вот, не застили бы у меня тут два фрага, был бы Bloodnail и... Пришел долбоёб на умник, когда я написал хелп. Был бы easy fight, но сори. Мидас тут ни при чем. Проебали игру саппорты. Просто на 100% проебали игру. Чисто аппараты Омни проебали на 100% игру. Вот, то есть... Вина 50%, 50%. А у каждого из троих остальных 0% вины. Бездарный уёбич на спортах просто следует эту игру. Факт. Не было помощи в самом решающем моменте игры, вот этот вот самый решающий момент был игры. А я писал еще за 30 секунд до этого момента. То есть у них было 30 секунд прийти. Я могу убежать, но я в тильте, поэтому я не убежал. А я в тильте, потому что меня состилили два фрага. Так что, ну, они в любом случае виноваты. Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks has fallen. Your bottom barracks has fallen. Who's in charge here? All ones will break. War is torn. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Бездарные твари на саппортах, у меня сломались наушники. Короче, nice stream, ГГ. Your ancient is under attack. By my decree. Your ancient is under attack. There are wraiths among you. Your ancient radiant victory. Просто конченые твари на спорт игру проебали за 19 минут 30 секунд. Максимальный тильт играть невозможно. Еще и наушники сломались. Просто не могу постримить. Что я могу сделать? У меня наушники еще сломались во время игры. У меня состилили ФБ и фраг. Потом у меня наушники сломались. Как я должен играть, спрашивается? Как я должен играть? Что мне делать? Как я должен играть? Ебаные наушники! Одно ухо работает, а другое нет. Что мне делать? Я не могу так играть. Я не могу так играть. Не могу. Мне надо покупать новые наушники. Я не могу так играть. Все. Конец.
Сейчас попробую наушники переподключить. Если не поможет, то все. Придется оффать стрим. Я не могу играть так. Должно работать два уха, иначе конец. Я не могу играть без звука, я не могу играть с одним нерабочим ухом. Это просто пиздец, короче. Конченые игры. Как постримить, инфа засекречена.